Дорогие друзья, хочу вам показать самый знаменитый, один из самых знаменитых ашрамов Ришикеша, Пармарт Никита. Натарадж Махадев, один из аватаров Шивы, который успокоил демона, беспокоящего ум. Ну а здесь история из, ну, например, это из Рамаян и Махабхарат. История аватаров лорда Вишну. Про все эти истории я обязательно вам расскажу. Подробно про каждую. Это история из Махабхараты. Здесь люди приходят, вон отдыхают в тенечке. Еще одна из историй. Невозможно вообще рассказать, потому что каждая из них — это отдельный эпос. Смотрите, как все здесь красиво. Дерево похоже на сирень какой-то. Ну, это, я думаю, мы знаем, это Кришна и Мира. Женщина, которая в танце растворилась в поклонении лорда Кришны. Он открыл свое сердце, грудь, чтобы показать священные нити. Но это вход в сам траст, ашрам, его руководство. Здесь, кстати, вот можно жить, вот в этих комнатках. Здесь еще статуя Махадева. Сейчас поближе подойду, удобнее сниму. Здесь любят все фотографироваться. Это история из Рамаяны. Когда он освободил женщину, которая была превращена в камень своим супругом. Тоже интересная история. Смотрите, какая красота. И здесь можно водички попить. И там вот спрятался в теньке лорд Кришна, Гувин здоровый. Ну и Махадев, Хархар Махадев обещала вам показать. Смотрите, как здесь красиво. Очень много людей. Ну и там дальше проходят кельи. Ну а мы с вами направляемся обратно. На самом деле в этом месте живут и учатся много разных мужского пола детей. Поэтому будете в Ришикеше, советую посетить вам это место. Вход бесплатный. И вот еще красавец. Ой, здесь, посмотрите, люди выстроились. Это тоже один из аватаров Кришны, когда его мама заглянула к нему в рот, а там оказалась целая вселенная. Ну, как интересно, эта история я не знала. Лорд Кусрама исцеляет раненую птицу. Ну, и здесь проход уже на, скажем так, официальную территорию ашрама. В Индии нельзя ходить в обуви, в дом, в темпл, ну и вот в такие вот священные места. Здесь уже свои истории, о которых я вам обязательно расскажу. Эти люди снимают обувь, статуи. Ну, туда мы с вами зайдем в следующий раз. Рада. Это вот выход из того места, где мы с вами находимся. И это когда
продолжение формат Нахитана в сторону Ганги. Вот тут вот проходит вечерний арцик. Ну и эта история тоже не для сегодня. Вот как раз там несколько лет назад его снесло течением и заново поставили новую статую.